Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я нахожусь на прямой трансляции. Сегодня у нас 24 февраля. Сейчас у нас на часах 8 часов вечера. Час с копейками длился стрим. Стримчик продлили. И точно так же, как на прошлом стриме, во время стрима прилетел подарок от одного из зрителей и параллельно моего соклановца, моего друга. Ну что, ребят, давайте откроем, посмотрим, что там внутри находится. Ни о чем, ни с кем никогда не договариваюсь в отношении подарков. И всегда говорю о том, что ни в коем случае не говорите мне, что внутри, потому что я хочу ощущать натуральные, настоящие эмоции, позитивные эмоции при открытии данных подарков, и хочу, чтобы это для меня было сюрпризом. Ну что, ребят, открываем, посмотрим, что внутри, распаковываем подарочек. И у нас здесь, ребят, ни много ни мало, целых 2500 голды, 7 дней прем-аккаунта, целых 25 бустеров золота, а это потенциально, даже если я солью полностью все бои на десятках, все равно 250 голды дополнительно в копилку и практически 1000 сниппетов. Это действительно очень круто, ребят, по одной простой причине, потому что голду я обязательно буду тратить на то, чтобы для вас специально снимать видео. Ну а что касается, ребят, сниппетов, то вот здесь вот в сезоне 3 противостояния я пытаюсь прокачать себе свиндлера, которого уже открыл, в максимальную комплектацию, какую только получится у меня сделать. Здесь действительно очень еще много-много-много проходить. Здесь необходимо еще 22 тысячи. Это очень много, но 20 тысяч с учетом того, что я уже накопил. Ну и, соответственно, продолжаю надеяться на то, что свиндлера я заберу в полной комплектации. Большое спасибо за поддержку канала вашими подарками. Мне это безумно приятно. Я пошел дальше с ребятами проводить стримчик. Ну а вы, друзья мои, если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал прямо сейчас, если вы за честность автора и за абсолютно справедливое мнение по поводу всего, что в игре происходит. Самое свежее видео на канале Вот ГСН. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.